Всем здорово, дорогие друзья, с вами Даласка. Сегодня собираем сеты с пропуском, который выйдет 1 апреля. Как по мне, это охренительный пропуск, потому что, ну да, в декабре, в принципе, был еще неплохой Е-пропуск, но вот этот, это шедевр. Это на уровне первого пропуска, на уровне драконьего пропуска. Он офигенный. И еще это не просто плащ, да? У него сам плащ привязан к рукам, и получается, когда ты прыгаешь, там такая охренительная анимация. Когда ты летишь на канатке, кинопарашюте, и вообще вот эти все эмоции, охренительная анимация, просто разрабам огромнейший респект. По стандарту изначально соберем сеты на мужика, потом несколько сетов на девушку. Всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита, погнали! Все вы знаете, что я в гильдии Underground, и нам нужны игроки, но нам нужны чисто девушки, потому что у нас есть и скилловые игроки, но меня попросили заделать рекламу о наборе в гильдию девушек. Поэтому, если вы девушка и неплохо играете, то пишите офицеру, кто этим занимается, по ссылке в описании. Итак, изначально я думал, что капюшончик херня, но, ребята, дамы и господа, это охренительный капюшон. Любой черный торс, именно черный, лучше даже с элементами красного, главное, я чтобы торс был без капюшона. И все, у вас в руках просто охренительный сет. Но также, к этому капюшону, ну, пройдемся еще по маскам. От Сайнары смотрится в принципе интересно. Обычная марионетка как-то скучно. А вот эта серая в принципе интересно. Вот эта с пропуска, она шикарно смотрится, великолепно. А далее Рагнарёк в принципе тоже неплохо. А потом противогаз, как по мне, слишком огромный. Все очки отпадают, некрасиво. А вот эта маска, она не в цвет. Далее вот это в принципе интересно. Вот эта маска, она просто идеально подходит под этот капюшон. Просто великолепно. Если что, это вот этот вот наборчик. А далее вот эта маска сама по себе стрёмная. Дальше красная маска норм. А вот эти маски, они в цвет. Это в зависимости от торса, от штанов. Но, как по мне, вот это еще офигенное. Вот это, в принципе, неплохая. Тайный Е-магазин, это шедевр, это великолепно все смотрится. А потом, вот эта маска Сретинг, она тоже охрененная. А вот эта маска с золотого джекпота, сейчас вам тоже покажу. Нет, это капюшончик, вот этот, она смотрится тоже годно, особенно если с гримом вот этим или вот этим. И еще тут есть одна масочка, которая тоже шикарно смотрится, это вот эта, она прям цвет в цвет, все. Маски под капюшон нам мы разобрали, теперь торс, ну конечно же это Сайнара, а потом идет торс с пропуска. Вот этот, это шедевр. К этой куртке капец как не хватало капюшона, и вот его добавили. Штанишки сюда подойдут, как вы уже могли догадаться, вот эти. И кроссовочку джазовый, все. Охренительный сет с охренительным капюшоном. Маски можете менять в зависимости от того, во-первых, что у вас есть, а во-вторых, в зависимости от того, что вы увидели в видосе, вот раньше, что я
показывал. А далее, под эту курточку, в принципе, капюшончик смотрится тоже годно. Под этот торс, конечно, интересно, но, как по мне, капюшон сюда не прям круто смотрится. Далее, под этот тоже не ахти. Под этот торс такой себе. Вот под этот капюшон просто идеально смотрится. Вот это тоже офигенный сет. Штаны любые, красные, черные или штаны с маской на поясе. А далее чупа торсом. Вот к этому пропуску тоже идеально подходит. Можно сюда накинуть, получается, джазовые штанишки. В принципе, все по классике. И масочку можно даже какую-нибудь черно-красненькую сюда, наподобие Рагнарёк. Или даже вот эту. И все, офигенный самурайский сет. А далее, вот к этому торсу они подходят. Лучше что-нибудь черно-красное. Кстати, если у вас имеется вот этот вот набор ненаглядный, вы кайфанете, когда я буду собирать сеты со штанами и сет торсом. Потому что эти два набора созданы друг другом. Друг для друга. Все, да? Ок. А вот этот торс такое себе. Потом вот этот торс тоже такое себе. Это тоже. Далее марионетка, кстати, годная. Сюда нужны штанишки, кстати, от Сайнары, например, подойдут. И что-то вот такого можно и оставить. А далее кролик за один чертеж, в принципе, интересно, но на любителя сюда пуховые штаны, и, в принципе, будет норма. Этот торс такой я себе, потому что есть капюшон. А далее, чу у нас еще имеется. Вот этот торс тоже шикарно, на великолепно. Сюда можно штанишки, например, вот эти тоже шикарно смотрятся. Потом штанишки вот эти или вот эти. Вот это прям ауф. Вот. Пушка. А под этот торс тоже, в принципе, идеально смотрится. Штанишки сюда можно обычные джазовые. Далее под рейтинг такое себе. Под эту тоже такое себе. Белла Чао на любителя. Это тоже на любителя. И дальше у нас еще остается вот эта курточка, с которой торс... С которой капюшон тоже смотрится просто великолепно. Сейчас мы сюда оденем вот эти штанишки и масочку чисто черную. Все, офигенный сет. Так, теперь у нас идут сеты с торсом. Так, где у нас этот торс? Вот он. А, причесочку, я не знаю, сюда либо белую, либо красную, потому что и красные, и белые смотрятся великолепно. Теперь подбираем сюда штанишки. Естественно, черно-красные получаются вот эти штанишки. Ну, это на любителя, лично я бы в таком сете не играл. Далее, вот это уже получше, но тоже серьезно на любителя. Вот эти штаны, в принципе, интересные. Чисто красные, такое себе. Вот эти получше смотрятся. Вот эти те тоже годно. А, тут дальше все. Чисто черные те тоже можно. А теперь, опа! И смотрите, штаны и вот эта рубаха на торсе, они одного цвета. То есть... Это цвет вот такой, что-то среднее между белым и синим. Вот просто, я даже приближу, видите, вот это все, что там под курткой и штаны, это один и тот же цвет. Это настолько офигенно смотрится, что я балдею. Можно что-то и даже и белую притчу, и красную притчу, абсолютно на любую, какую-нибудь вот такую. Ушки нет, но вот эту и с кайфом. Вот серьезно. И далее чу по штанишкам. Ну, в принципе, обычные черные сюда тоже в кайф. Какие-нибудь вот такие. Это 50/50. Чисто черные. И, конечно же, джазовые штаны просто великолепно. Штаны с маской и на поясе идеал. Но, как вы знаете, это одни из самых офигенных штанов в игре. И сейчас получается у нас сеты со штанами. Штанишки у нас где?
Так, да, вот эти штанишки. Вот к этим штанам мне прям вообще не нравится, как смотрятся торсы все. Потому что штаны, у них вот эта мотня. Если бы это были просто черные кожаные штаны, было бы лучше. Но вот это, то, что с них свисает, как по мне, это фигово. Потому что даже если мы оденем не плащ... Ну, кстати, под плащик, в принципе, смотрится годно и неплохо. Это вторые штаны, которые мне нравятся, как смотрятся с этим плащом. А далее, под этот торс, такое себе, под это все. Если вас самотня не смущает, пожалуйста. Лично мне это не нравится. Но есть торс. А вот этот, в принципе, тоже годно смотрится. Вот этот тоже годно смотрится. То есть все торсы, которые скрывают всю эту мотню на попке. Но есть торс, вот этот, который просто идеально подходит под эти штаны. Эти два набора, они реально созданы друг для друга, без шуток. Ну, а дальше торсы мне действительно не нравятся, как смотрится с этими штанами. Сейчас переходим на женского персонажа. Маска, как вы понимаете, она чисто черная, она подойдет под любой ваш сет. Именно хочу показать сетики со штанами. Кроссы мы оденем обычные техника, потому что красивых на девушку у меня не анима. Торс идеальный, это вот этот пропуск. И получается, можно оставить эту масочку и причесочку, можно даже нацепить какую-нибудь вот такую. И балдеж, вот ты серьезно. Все это с разных наборов, ну даже можно на маску одеть вот эту. И балдежный, ну, просто охренительный сет. Конечно, всякие вот эти торсы, вот эти, они тоже смотрятся годно, но вот этот пропуск именно с этими штанами, это кайф. Но другие торсы, ну не знаю, как-то, ну такой я себе женский сет, я не сильно люблю. Кстати, вот это годно. Это вообще халявный набор. Но смотрится вполне так нифигово. Так, сейчас хочу посмотреть с торсом, что у нас есть. Штанишки, наверное, можно даже нацепить вот это. Это вампир. Кстати, вампир охренительно сюда подходит. Прям офигенно. Штанишки вот эти, это пропуск. Ну, кстати, такое себе, вампир даже смотрится получше, как по мне. А далее какие-нибудь нужны черно-красные штанишки. Ну, опять же, скажу, в женских сетах я не сильно шарю, поэтому то, что показал, это как бы и все. Но и напоследок, конечно же, пару сетиков с капюшончиком, потому что капюшончик тут шикарный. Так, чу сюда можно нацепить какой-нибудь, ну, вот этот торс, например, штанишки какие-нибудь нужны. Опять же, ну, что-то типа вот такого, но опять же, это все капец как на любителя. То есть, кому-то понравится, кому-то нет. А под эти торсы капюшончик не ахти смотрится, хотя как-нибудь вот так вот. И, в принципе, годно. В принципе, наверное, я даже хотел на этом закончить. Пропуск охренительный. Всем спасибо, всем пока и да пребудет с вами скилл.